Привет, Даня, все в порядке? Да не совсем. Ребенку нужны брекеты, в машине коробка передач полетела. Жена хочет съездить во Флориду, а у меня ипотека. Мой дядя звонил из Индии, нужны деньги на свадьбу племянницы. Еще у меня сыпь на спине. А как ты? Нормально. Выезжаешь, Паттерсон? Да. Ребенок знает три измерения. Высота, ширина, глубина. Как у обувной коробки. Потом он узнает о четвертом. О времени. Твои стихи замечательные. И может, когда-нибудь ты захочешь, чтобы мир прочел их. Посмотри мне в глаза. Ты прекрасный поэт. Это английский бульдог? Порода, которую воруют часто, да? Что ж, теперь буду знать, чего ожидать. Ты водишь автобус, да? И тебя зовут Паттерсон? Меня правда зовут Паттерсон. Свихнуться можно, верно? Пишу стихи для тебя. О любви? Ну, раз для тебя, значит, о любви. Мне приснился чудесный сон, что у нас дети-близнецы. Близнецы? Твои стихи по-прежнему в записной книжке. В тайной записной книжке. Я двигаюсь сквозь триллионы молекул. Они расступаются передо мной. Пока триллионы других по сторонам от меня остаются неподвижны. Это Паттерсон, автобус 23, у меня проблема. Я сейчас думаю, что взорвусь, как огненный шар. Я осуществляю свою мечту. Стану кантри-певицей. Нэшвилл, я иду. Берегись, Нэшвилл. Как думаешь, в Паттерсоне есть еще анархисты? В смысле, кроме нас? Сомневаюсь. Без любви какой вообще в этом смысл? Он же не станет безумствовать. Все, что он делает, безумно. Всем не двигаться! Водитель автобуса в Паттерсоне? Ага. Ага, что? Очень поэтично. Сегодня мне надерут задницу. С кем ты играешь? Сам с собой.